Детеныша косули, найденного в районе поселка Лужайка, выхаживают в центре помощи диким животным «Велес». Крошечное плачущее животное обнаружил недалеко от своего загородного участка житель Петербурга. Бросил клич в социальных сетях. Пользователи посоветовали обратиться к специалистам. При поступлении в центр вес малыша едва превышал 1 килограмм. Вероятно, его мать погибла или потеряла дорогу к детенышу. Как прокомментировал директор центра Александр Федоров, сотрудники «Велеса» делают все возможное, чтобы косуленок научился брать соску и окреп. Центр «Велес» находится в деревне Раполово Всеволожского района. Там выхаживают диких животных, а затем отпускают в естественную среду обитания. Неспособные выжить в дикой природе остаются в центре. Туда можно приехать в гости, помочь в качестве волонтера или привезти гостинцы.